Тут переплетается и настоящая история, ну, конечно, и выдумка. Мне очень понравилось, как поставлено. Поднимает такой русский дух. Для девушек сильно жесткий фильм? Нет. Шикарный фильм. Классный, отлично. Всем советуем пойти на этот фильм. Классно. Научились наконец-то делать наши фильмы. Российские молодцы. Мне понравился фильм. Вообще очень мало таких фильмов в последнее время. «Последний богатырь» по сравнению с ним ничто. Съемки очень хорошие.